Всем привет, друзья! Птицы поют, гранчероки на месте. Мегаваст доехал сам, все нормально. Включаем массу, заводимся и начинаем ремонт прямо в понедельник. Нам надо, чтобы все заранее было готово. Есть там серьезное мероприятие, неожиданное будет для вас всех. Я давно хотел его осуществить, а тут случай подвернулся. Check the mic and make sure it sound right, boys. Завершили эту эпопею, усилили вот такой трубой квадратной, косыночка, я уже думаю, должно держаться, потому что уже надоело это постоянное отламывание. Раму тут усилили, тоже проварили, сейчас покажу. Вот тут тоже был вырван кусок рамы. Короче, огонь. Можно ехать куда угодно. И даже далеко, наверное. Прошло пару дней. 2 дня до старта. Сейчас будем... Сегодня генеральная подготовка, чтобы в последний момент не собираться. Дорога не близкая. Кардан передний готов, сейчас задний заменим на более качественный. Будем скоро стартовать уже. Друзья, тут еще одна процедура, смотрите, вот такая жидкость у нас в шприце. И мы лечим колесо. Может, кому-то будет полезно. Вот так мы его загоняем туда. Это антифриз. Антифриз. И туда добавлен простой, недорогой герметик системы охлаждения. Это все размешано. И в размере литра, чуть больше, будет залито в колесико. Попробуем, болотоходники сказали, будет работать эта схема. Ну, протестируем. Вот это колесо самое спускающее из всех четырех. Вот на нем и протестируем. Включая герметик, размешаем. Что оно какое-то неровное, слышишь? Включай на холостых быстро. Я крутил уже руками. Уже руки усталишь. Да, колесо чуть-чуть БУ. Да, получала она уже много раз по диску. На пятой? На четвертой? Включай пятую еще. Только смотри, чтобы не заехать к соседям там. Ого, как ветер дует, слышишь? Сейчас плакат сорвет. Сережка, осторожней, машина очень дорогая. Так, меняем кардан. 18-й раз. Фонара починили. Серега, что ты делаешь? Там просто затянуть надо было или что? Не, болта, чтобы она вошла туда полностью. А, он не... Так резьбой задавит или не задавливает? Да, если что, не Попроси, чтобы кто-то пошатал машину в сторону, а ты постучи тихонько, не так сильно. Так она уже зашло. А, зашло уже? Да.
Ну, получится, Сань? Я не уверен. Слышал, видел, фаркоп согнулся или нет? Так это же я на нем сидел. Или ты сидел? Да не, я думаю, бородач, наверное, его втягивал в себя. Я тебе давал вот цей болт, надо было по нему и брать. Ну я ж тебе линейку дал, я ж тебе звонил, чтобы ты померил. Не хватает длины или что? Да. Тебе надо еще нормально хавать. Немного деформировалось. Да не нормально, оно закрывается. Ну хорошо. Нормальный инструмент у тебя. Сейчас починит. Саня, сейчас он починит. На гаечку. Давай еще одна. Еще? Так подожди, давай ближе сюда, поправь его в сторону, рядом поставь, что мы гнем посередине, если надо сбоку. Так, Сережка, в попытках, какая у нас номер 18, да, по подбору болтов? Два дня болты подбираются, или больше уже. Осторожно, болт не испорти, он немецкий оригинал. С 18 попытки все получилось. Небольшая рихтовка. И можно ехать. Перед серьезным мероприятием надо помыться. Чтобы все нас увидели красивыми. В этом месте оффроуда еще не было. Так что надо быть подготовленным. Я не помню, когда он видел пену. И видел ли вообще. Не, ну когда-то видел, наверное. Давно. Чистый намного легче идет. Не знаю, сколько там килограмм с него смыли. Но совсем немало, я думаю. И мягко как-то так. Отмылось. Осталось внутри помыть, ну. Дойдем и до внутренности. Ты что, гонишь или что? А если я камеру? Ну ты что, ты понимаешь, что ты делаешь? Она водостойкая, нет? Да, да, пыли влагостойкая. Блин, вот он. Педагог в законе. Слышишь? Мне кажется, ни в одном университете так внимательно не смотрят. Ни в одном, это 100%. It sound right, boys. Вот оно и новое колесико. Слышь, так оно на машине непонятно. Ух ты, какое модное, слышишь? И протектор я просил побольше сделать, ты видишь? Ну, чтобы конек оставили выше. Ну, конек. Чуть-чуть сделали. Ёханы бабай, кто это? Привет. Привет. Сколько лет? Как тебе новое колесо? Я не знаю. Что не знаю? Я еще не знаю. Поставим быстро сейчас? Нет, сейчас мы вообще ставить ничего не будем. Да нет, мне же ехать надо нет, поставить. Нет, да сейчас мы не поставим. Да не, ну я же звонил, за неделю договаривался. Да, конечно.